Утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Кокси, дай мне тоже немножечко на кораблике поплавать, а? Да ладно тебе, Зубок. Мы и так сейчас поплывем в страну стихов на нашем паруснике «Мечта». Вот только капитан придет. Приветствую свою команду. Здрасте, капитан. Здрасте, капитан. Ну что, отправляемся в страну стихов? Есть, капитан. Отправляемся. Тогда вперед, отдать швартовые. Есть, отдать швартовые. Полный вперед. Снова в путь по морским волнам. На пути кто-нибудь попадется нам. Пусть вдали скрылся дом храбрых моряков. Приплывем мы в страну стихов. Прямо по курсу морж на льдине. Ой, а какой-то он обиженный. О, у этого моржа своя история. Морж в обиде на мороз. Я же морж, но я замерз. Нет, в такую холодину уплыву в тепло под льдину. Странно, даже моржи замерзнуть могут. Леша, а что, в воде под льдиной действительно теплей? Ну, конечно, если было бы холоднее, там бы тоже вода замерзла. Ой, я вижу большую медузу. Это необычная медуза, друзья. Она умеет сочинять стихи. Медуза про море стихи сочиняет. Но только об этом никто не узнает. Ни рук у нее, чтобы ручку держать. Ни рта у нее, чтобы вслух прочитать. Сама для себя сочиняет медуза. Печально ее молчаливая муза. Надо же! И кого только в этой стране стихов не увидишь. Лёш, а что такое муза? Муза – это такая дама с крыльями, которая является поэту и приносит ему стихи. Ой-ой, смотрите. Что? Вон там на берегу рыболов. Ух ты! Он на крючок вместо червяка конфету цепляет. Этот рыболов большой чудак. Слушайте, его спросили: почему вы ловите рыбу на конфету? Потому что чем конфета, ничего вкуснее нету. А что? Я согласен, что лучше конфеты нет ничего. Ну неужели на конфету что-нибудь ловится? Ой, надо будет попробовать. А вот ж нет, конфету я лучше сам съем. А рыба пусть червяков ест. Ой, смотрите, остров. А на острове пират. Ой, спасайся, кто может. Не бойтесь, друзья, этот пират нас не заметит. Он очень занят. У пирата нет зарплаты. И поэтому пират бродит по свету с лопатой и разыскивает клад. Где же, нет покоя, целый год не ест, не спит, деревянную ногою очень жалобно скрипит. Ищет по свету бедняга, потому что позабыл, что на острове Табаго эти деньги сам зарыл. Вот это память у пирата! Да. И по делам ему. Не будет грабить корабли. Ой, прекрасное получилось путешествие.
И с моржом познакомились, и с медузой. И с пиратом. Спасибо, Лёш. А кто написал стихи, которые мы сегодня слушали? Это стихи поэта Игоря Жукова. А теперь нам пора прощаться с нашими зрителями. Да. До свидания, ребята. До встречи. До новых путешествий, друзья. Храни вас Господь. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.